Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов провел видеоконференцию на тему поправок в закон о вольерной охоте и перспектив его отмены. В феврале этого года был принят закон, так называемый закон о вольерной охоте. Вы знаете, что наша фракция «Справедливая Россия» выступала категорически против, и мы будем добиваться отмены этого закона. Сегодня мы видим, что ситуация, к счастью, изменилась, потому что в июле были приняты поправки в Конституцию, в том числе поправка, которая обязывает граждан, власти и государства гуманно относиться к животным. И я думаю, что у нас у всех появился шанс через Конституционный суд оспорить нормы этого закона и сделать его недействующим. Вольерная охота, по сути, есть садизм и живодерство. Петицию против этого закона подписало более 500 000 человек. Мы категорически против этого. И мы всегда говорили, что мы пойдем до конца. И я очень благодарен партии «Справедливая Россия», что вы тоже отстаиваете этот момент и что вы тоже идете до конца. Сегодня готовится иск в Конституционный суд. Политик обещал помочь в сборе подписей от депутатов, а также подготовить законодательные инициативы в поддержку животных.